Пишу маме стих. 4 февраля. Уже написала 2 листа. Раз. Света нет. Темно везде. На улице фонари горят. На соседней улице свет есть. А у нас нет, целый день, с 12 часов. Замерзаем, все остыло, холодно. Не знаю, когда дадут. Просто кошмар, когда холодно. Но меня греет, вот одна свечка, слава богу, есть. То, что мне надо маме написать стишки. Я их написала. Сейчас закончу только и все. Вижу, под этой свечкой прочту. У каждого из нас есть мама, у каждого она своя. Роднее нету человека, чем мать. Она твоя земля. Земля, что кормит, поет, лечит, растит, лелеет всех детей. Мы дети Бога, я не спорю, но мать нам жизнь дает, поверь. Земля родная сердце греет, и мама тоже отдает свое тепло, и нам светлее становится, когда темно. Сейчас темно, вот я пишу маме стихи, поэтому мне становится светлее. Вообще ничего не видно вокруг. Она с рождения нам, с нами рядом, всегда поможет, вразумит, подскажет, что же тебе надо, направит, если тормозит. Хочу сегодня в этот день поздравить мамочку родную и пожелать ей от души корзину радости большую. Моя мамуля лучше всех. Она барометр по жизни. Чтоб не случилось у меня, она узнает, позвоня по телефону, даст огня, и я, заряжена теплом, опять стремлюсь построить дом. Тот дом, в котором есть очаг, в котором радость, детский смех, в котором не прервется, в который не прорвется враг, и гарантирован успех. Успех, когда все хорошо, любовь, здоровье есть для всех. Ой, примером служит для меня моя мамуля. Сохраня очаг свой в доме, где любовь на первом месте греет кровь, она и учит нас любить и в добром здравии прожить. Прожить всю жизнь свою земную, живя с любовью до конца. Любовь есть Бог. И это имя, что носит мамочка моя, зовут прекрасно Валентина. Но вам скажу, мои друзья, ведь окончание – это Ина. А Ина – это уже я. Не просто папа выбрал имя для двух детей своих родных. Ведь буква В – это Виталий. Она сначала и стоит. И так, назвав тебя, родная, вложив детей твоих в тебя, любовь твою обожествляя, отец твой и назвал тебя. Отец родной, отец небесный, они направили в любовь. Что может быть еще чудесней, чем твое имя, ангел мой? Твоя же мама есть Мария, она же бабушка моя. Таких людей нет больше в мире, которые, весь путь любя, несли по жизни радость людям,
таких детей в мир подаря. Екатерина, нет, Евгения, Владимир, Федор, Катерина, Людмила, Александр и Валентина, все 7 детей Мария родила и научила главному. Вот не видно ничего здесь просто. Я нифига внизу не вижу. Ладно. И научила главному в их жизни, чтобы любовь хранили ко всему. В болезни, в бедности, в богатстве, чтобы могли всегда любить. И это чувство неземное в своих детях сохранить. Свечка сгорает. Не знаю, что будет дальше, когда свет включит. Но насколько я смогла, нифига не видно, конечно. Но насколько смогла, закончила стихотворение. Вот сейчас дочитаю его. Живи же, мама, долго и счастливо. В здоровье пребывай и радуй нас. В твоем присутствии всем нам огниво дает возможность загореться в раз. Нелегким путь твой был до сей минуты, но начинается другой этап, чтобы жить. Жить с мудростью твоей. И потому-то желаю счастья и всегда любить. Вот так.